друзья, закончена наша операция четырехдневная по размывке понтона, который был поврежден и утонул осенью 41 года на переправе в районе железнодорожной станции Теплобетон. Вот. По счастью, нам удалось, как вы уже видели в предыдущем ролике, найти медальон бойца. Вкладыш медальона на самом деле был очень серьезный, пострадал, бактерии, скажем так, начали делать свое нехорошее дело. Где-то порядка 2–2,5 часов у меня ушло на то, чтобы развернуть документ. Ну, по счастью, документ развернут без потерь, и нам удалось установить имя солдата. Им оказался Робинов Григорий Иванович, 1918 года рождения, старшина, пограничник, командир взвода 1-й стрелковой дивизии войск НКВД. По документам Центрального архива Министерства обороны Григорий Иванович числится пропавшим без вести 28 октября 1941 года. Молодой парень, 23 года. Начало войны он встретил, воюя в составе 7-го пограничного отдельного кингисеппского погранотряда. Вот, вероятно, был ранен, потому что на большой берцовой кости левой голени мы нашли начинающие заживать, но не зажившие до конца повреждения. Вероятно, был ранен в бою, и после излечения в госпитале в начале сентября, конкретно 7 сентября 1941 года, он был направлен на дальнейшую службу в 1-ю стрелковую дивизию НКВД. Смысл всего вот этого происходящего в том, что в конце октября дивизия получила приказ переправиться на плацдарм Невский пятачок с целью прорыва блокады города Ленинграда, захватить участок севернее Невского пятачка. И дивизия в ночь на 27 октября 1941 года практически без подготовки начала переправу. Все эти попытки переправиться шли в течение 4 дней. Как известно, в истории дивизии все эти попытки переправ были практически пресечены мощнейшим артогнем, оружейно-пулеметным, артиллерийским со стороны немецкой обороны. Вот что еще можно сказать, что небезызвестный, точнее говоря, известный всем пограничник Горькавый, именем которого названа одна улица в городе Санкт-Петербурге, а также во многих городах России, погиб как раз 30 октября 1941 года, то есть на одной из вот этих переправ. Дальше мы давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Что из личных вещей, да? Да, мы, давайте так, в общем-то, по счастью, у нас получилось извлечь все останки со дна Невы. Надо думать, что это очень серьезная работа. Останки находились в песке и в глине на метровой глубине примерно. И на здесь... метровой глубине ила. Да, ила и песка. Понтон был занесен. Сама глубина у нас была около 5 метров. Глубина, да, залегания понтона на свале реки Нева, он находился, была около 5 метров. Понтон размером примерно 2-2,5 метра в ширину и порядка 7-8 метров в длину. Носовая часть понтона была повреждена взрывом. Это было очень хорошо видно искореженной металлоконструкции. На понтоне было много личных вещей. 14 винтовок образца 891 года, котелки, противогазы, шлема. Но в конце понтона на корме был обнаружен вот этот человек. Давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Обратите внимание на пробоину в каске и соответствующую ей пробоину на
погибшего солдата. Маленький осколок от близкого взрыва снаряда пробил каску и вошел в голову. Вероятно, предположительно, это явилось одной, ну не одной, а причиной смерти. А далее, судя по всему, когда понтон начал тонуть, взрывы продолжались и под водой, и ударной волной были переломаны кости солдата. Видите, левое плечо перебито, левое бедро и правое тоже имеют сломы от гидроудара от волны. Также гидроударом выбиты стекла противогаза. Гидроударом была сорвана крышка с фляги. Вероятно, чтобы фляга была наполнена водой. Вода, как известно, у нас не сжимаема, крышку сорвала. Да, Олег, а поясни, пожалуйста, еще. Вот многие наверняка не знают, почему 2-3 даже ремня мы видим на бойце. Да, что мы видим на погибшем? Да, давайте так начнем. Что мы видим на погибшем? Добротные яловые офицерские сапоги, подкованные. Ручной уставной офицерский ремень, застегнутый на брюках. И два офицерских ремня повседневных. Один из ремней застегнут на ХБ под шинелью, а второй из ремней с плечевой портупеей, который вы здесь хорошо видите, надет поверх шинели. Причем на втором ремне мы видим подсумок с винтовочными патронами. Также на ремне висела фляга. На ремне была в чехле подвешена саперная лопатка солдата. И сумка брезентовая с двумя гранатами РГД-33. Помимо всего прочего, о чем мы сказали уже, на погибшем был надет за плечами вещмешок. В вещмешке находился котелок, кружка. В котелке лежал шомпол от нагана. И набор приспособлений для чистки винтовки. Отвертка старого образца, протирка, дульная муфта, шомпольная муфта, которая надевается деревянная на ствол винтовки, чтобы при чистке не испоганить конец ствола. И масленка. Все это находилось в вещмешке. Помимо всего прочего, в вещмешке находился командирский бинокль. Опять же, поврежденный, как вы здесь видите, гидроударом. Линзы выдавлены, корпус обжат. Бинокль был в кожаном чехле, штатном. Все это лежало в рюкзаке. Помимо всего прочего, в вертикальной вещмешке находился штык от винтовки. Винтовка, кстати говоря, лежала рядом с погибшим. Просто здесь ее нет. И в рюкзаке была обнаружена мортира от ружейного гранатомета Дьяконова. Вот обратите внимание на осколок, застрявший в чашке мортиры. Вот, для чего нужна была мортира в данном варианте? Дело в том, что к началу войны ружейный гранатомет Дьяконова был снят с вооружения как неэффективное оружие. Ну, поскольку у нас были 50-миллиметровые минометы на тот момент. Но на складах лежало большое количество мортир, было принято решение использовать мортиры как сигнальное средство для стрельбы осветительными и сигнальными гранатами. Вот в частности у него лежала мортира, несколько ружейных сигнальных гранат. Вот мы здесь видим деревянную пробку от сигнальной гранаты. И холостые патроны для отстрела из мортирки гранат. Вот, то есть примерно подразумевается то, что мортира была необходима при высадке на несколько пятачок ночью, чтобы каждый взвод, высаживаясь с понтона, давал
командованию сигнал, в каком месте высадился то или иное подразделение. Ну и, наконец, содержимое карманов погибшего, во всяком случае, то, что удалось найти. Это две расчески, которые видите здесь, перочинный нож с обломанным лезвием, компас, опять же, с выбитым стеклом гидроудара, мыльница, в которой находилось земляничное мыло, но оно, к сожалению, при попытке открыть под водой уплыло. Вот, собственно, что. Портсигар, ну, в котором целлоидный портсигар, в котором мы видим остатки папиросы. Угу. Как уложил, так и лежат. Да. Не пришлось воспользоваться. Вот. Помимо всего прочего, в карманах были найдены 7 патронов к револьверу «Наган». Причем один из патронов вместе вот с этим пятачком, с монеткой. Причем, посмотрите, монета тоже выгнута взрывом. Угу. Сквозь дырку в кармане провалился в сапог. Вот эти предметы, вот этот патрон и пятачок были извлечены из сапога погибшего. Револьвера найти, к сожалению, не удалось. Ну и, как бывает в хороших рассказах или в хороших фильмах, в нагрудном кармане был найден медальон стандартный, смертный, и значок КИМ, что означает «Коммунистический интернационал молодежи». Это видно тебе? Это не ранний комсомольский значок, как многие думают. КИМ – это «Коммунистический интернационал молодежи», филиал Коминтерна, международная молодежная организация, которая прекратила свое существование в 1943 году. При этом мы помним, что погибшим было 23 года на момент гибели. Ну, вот, собственно, медальон, который нам помог установить судьбу солдата, 80 лет считавшегося пропавшим без вести. То есть 80 лет он был вычеркнут из списков живых, из списков погибших. Родственники не знали ничего о нем. В настоящее время осуществляется розыск родственников погибшего солдата. Солдат родился в Белоруссии, в Могилевской области, а семья жила, и, собственно, сам он призывался в армию с города Ленинграда, с Петроградского района. Понятно, что поиск родственников бойцов из Ленинграда очень сильно осложнен тем, что через город прокатилась блокада, многие умерли, многие отправились в эвакуацию. То есть тяжело искать родственников солдат, призванных из города Ленинграда. Ну, розысками занимается известная очень многим российским поисковикам Наталья Юрьевна Круглова, руководитель поискового объединения в Керчи, со своей командой. Она большой профессионал, специалист в своем деле. И в настоящее время есть данные, что судьбой Григория Ивановича Робинова в 1991 году интересовалась его племянница, проживающая в Израиле. Вот в данный момент осуществляется выход на Израиль. Естественно, в случае обнаружения родственников все личные вещи будут им переданы. Давайте еще раз вернемся к медальону. Вот, собственно, читается: Робинов Григорий Иванович, уроженец БССР, Могилевской области, Хатимского района. И адрес семьи приведен: Робиновы, город Ленинград, Петроградский район, квартира 9. Вот. Но самое печальное такое — запись на обратной стороне медальона, которая трогает до слез на самом деле. На обратной стороне рукой солдата карандашом написано: «Убит, перешлите», и домашний адрес. То есть он уже знал. Дом 4, квартира 9. Не то, что знал, он... Это надо подразумевать как: если буду убит или если убьют, перешлите родственникам.
Да. Вот, надо сказать, что не первый раз в нашей практике попадаются медальоны с аналогичными записями. В частности, на Невском пятачке несколько было, где примерно то же самое было написано. В случае моей гибели сообщите родственникам. Вот. Ну и, кстати говоря, вот эта запись, она говорит, многие слышали такую легенду, скажем так, вот, что иметь заполненный медальон или иметь медальон, это нехорошее дело было, это предрекало скорейшую гибель, и солдаты выбрасывали, не заполняли, это все ерунда, эта история придумана, скажем так, не совсем опытными поисковиками, которым попадались медальоны, заполненные чернилами и размытые. Ну вот, а по факту вот конкретно, во-первых, медальон — это вещь уставная, командир должен проверять наличие медальонов у солдат. Во-вторых, ну, простите меня, сейчас же в армии никто не отрывает шеи вот эти вот бирки железные и не выбрасывает. Угу, жетоны, да. Жетоны, да. Ну вот, то есть попадались медальоны просто с размытыми чернилами, которые в настоящее время сейчас с помощью технологий замечательно читаются. Да, да. Скажем, приведу такой пример, что когда таких технологий не было у руководителя фонда поисковых отрядов Ильи Прокофьева, лежало примерно 200-220 вот таких вот медальонов без текста. Когда технологии фотошопа были освоены, буквально в первые дни из 200-220 медальонов 140 или 144 прочитались. Угу, когда уже появились сканы. Да, я занимаюсь поисковой работой больше 40 лет. Вот, и в моей практике незаполненные медальонов было, ну, вы знаете, единиц. Просто единиц. Большинство из них имели просто размытые чернила. Вообще классная работа. Ребята, на самом деле, делитесь видео, ставьте лайки. Об этом нельзя забывать. Вечная слава. Память погибшим бойцам.